Привет, меня зовут Владимир. Я с недавних пор работаю бизнес-аналитиком в американской компании. Совершив такой марш-бросок из профессии PM, которой я занимался все предыдущие годы. Во многом благодаря Анне Рохас. То есть, как бы Аня помогала на всех этапах интервью, профессионально там, и чисто, так скажем, человеческим отношением. То есть все классно, здорово. Сейчас работаю удаленно, без привязки к какой-либо локации. То есть с семьей мы можем находиться в Эмиратах, в Испании, в Мексике, там, так скажем, без отрыва от производства. Вот. Зарплата больше, чем даже в Москве, когда я работал PM-ом, очно причем. То есть все круто. Что еще? Как бы в компании, где я сейчас работаю, уже постоянно требуется бизнес-аналитики. То есть обращайтесь, если что, через Аню. Всем спасибо. Аня, еще раз респект. Слушайте B2, наслаждайтесь жизнью и любимой работой.